бы пошуршали и не пришли. Это какое-то неуважение, собственно, да? Ой, жаль, я свои счастливые трусы не одел. Сейчас нам любая помощь, как говорится, пригодится, да? Опа! Чё, каникулы, что ли? Чё там? Смешно. Да, оранжевый ебать. Ой-ой-ой. Па. Оранжевый, блядь, пиздец, нас ёбнуть, короче, звонят. Вот сколько играю, постоянно всякую херню пишут. Пак, видишь? Да я вижу. Ничего, скоро они отложат свое перо петушиное, и все будет нормально. Ебать, оранжевый. Мало нас ёбывает. Ой, хорош, красава. Хорош, хорош. Спецфортики. Не, я так же играю. Ебать, да. Ирс. Фирменная моментальная флешка в сметане, как под заказ. Так, ребята, вас не слишком много на моем личном банане. Ой-ой-ой, накаркал, сори. И вот резко мое отопление пошло в трусы. Из мухи садыки. Ой. Ситуация гуси на прогулке. Да, было потненько. Блять, ну пора тебя кикать, наверное. Это уж точно. Я просто после эпиляции сам не свой. Сам не понимаю, да, что происходит. Урубай, заебал. Как же у меня живот болит, сука. Последний раз такая херня была, когда мы в лагере снегирей варили. Окей, Гугл. Я пришел на линейку, что делать? Оу. Не знал, что я так умею. Я пипирку видел, тихо. Сейчас покажу вблизи. О, видали? Ты долбоёж. Hello, злой фея. Бабушка! Ууу, спокуха. Спокуха, все под контролем. Ебать. Сон. Ебать, все просто. Чё-то оранжевый, походу, с грешком, ебать. Ну, если для тебя грызть ногти это грех, то я извиняюсь. Ага. Бля, ты так ебашишь или чё, нахуй? Или нам ждать, блядь, слива, нахуй? Ребят, короче, снился сон, что я ем французский батон, и люди мне аплодируют. И я, короче, понял, к чему это, ребята. Так, значит, да? Ой, мне кажется, ли я оказываюсь в самой жопе прям, да? Ой! Это ж не означает, что я говно, правильно? Hello, а меня зовут Алексей. Ну, это ясен хер был. Поспи, малыш, завтра все-таки физра. Первая! Ребята, вы все равно меня не убьете. А даже если убьете, меня все равно воскресят. Потому что я еще за стиралку кредит не отдал. Так, а ну-ка дай-ка папа Джордан кинет. Сука, сейчас бы прострельчик не помешал бы. Так, Вьетнам недоделан, убийство будет, нет? Ты шо, сука, в винтах? А ну, сплинтер, выйди. Побазарим возле ямы смерти. А что происходит? А! Почему жопа болит заранее? Какого хера? Опа, билетик на член. Ой! Осталось два билетика, спокойно. Остался один последний по скидке, обещаю, честно. Ух, я знал, что у меня получится. Потому что я не умею только одного. Это водить вертолетик в GTA. Ну его нахуй вообще, блядь. Ну, то, что я иду один, это меня не удивляет. Вы не смотрите, что я один. Я же, сука, вас сандаликами затопчу. Тут главное все просчитать. Я ж не зря институт закончил с красным ебалом. Ух. Мамочки. Да тихо, сестры, братья, блядь, можете помолчать? Ух, ёбстыш. Ну хорошо, хоть не в голову, это точно репорт был бы. Братишка, вот ты абсолютно прав, репорты надо кидать всем. Я вот, например, лично с 2014-го их коплю. А так вообще такое чувство, как будто бы я сегодня святой воды въебал с утра. Да, обстановка, конечно, так себе. О, еще лучше. Вот сука. Зажимаю. Теперь я бургер. За такое надо жопу кулаком натирать. Куда ты побежал? Второй легко говно рядом. Ластите, 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 брат. Понял, братишка, понял, хочу красиво. И эстетично. Ариран, ариран. Пошел я нахуй. Паш,
Блин, мне кажется, или я заболел? Нет. А, мама, кто я? Какой сейчас год? Давайте, фраги, меня воспитывали мулы и монахи. Поехали! Куда ты, сука, бородатый? О, господи, вот это вы вывалились, конечно. Блин, хочу сказать что-то умное, но эта слава запудрила мне всю голову. Так, надо срочно съесть немытое яблоко. А, стоишь? У меня тоже стоит. Ой-ой-ой, надо быть поаккуратнее со своими желаниями, а то постоянно будет экран белый. Оно вам надо? Ой. Это же минус 3. Надеюсь, теперь всем понятно, откуда у новых айфонов 3 дырки. Это мой дизайн. Срочно оформляю авторские права. Ну, давай, выходи, выходи. Кто не так же быстро? Я же еще не готов, ах ты падальщик. Кладбище мусора на месте. Да почему не в голову, а? Хотя не в моих интересах выбирать, собственно. Так, ну теперь можно добавить немножко милоты. Бля, да я сердечко имел в виду. А я на А пока что побуду. Тут весело за последнее время. Ладно, возьму еще нит. А, нет. Планы кардинально меняются, жопа, если что, тоже у меня умеет видеть. Ух ты! Уем, блядь, не хочу умирать. Хочу попробовать еще школьную шавуху. Ой, сука, собраться. Ух ты, сука, злая. А! Отлично! Фух. Ну, если честно, я рад. Попробую школьную шавуху. Ну, когда она будет. А пока что бутеры сойдут с солью. Ну, правда, без хлеба. Какая же мрачная атмосфера, полная грязи, ублюдков и голых гряд. Бояться. Я всегда так говорю, когда самому страшно. Это банан будет. Фонтан? Ой! Возле фонтана вы меня тоже забывали, как-то помню. А, сука, это походу повторяется. Отвалите от меня, я же еще не посмотрел Рик и Морти. Все, мне похер, делаю ставку на левую сторону. Ух, Вегас, жди меня, с таким везением я вынесу оттуда последние панталоны. Соу, блядь. Хуя он раздал, блядь, жестко. Да ну вообще, он просто унизил. Один в пять, это интересно, заманчиво. А что, если я все-таки возьму? Ой, а вот мое везение бросило резко бургер и вышло из Макдональдса. Хорошо, рассудительно и немножко скиллово. Да, спасибо, братан, я его слышал. Дым в помощь. Сука, стрёмно. Сердце колотит. Ух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, потненько. Нихуя. За такие моменты я и люблю КС. Потный, мокрый, но довольный. И привет всем любителям Counter-Strike, с вами канал Бомшоу. Как всегда, не забуду упомянуть, что я давно не выкладывал видео, с этим надо что-то делать, например, создать график. Магическое такое понятие для меня, но график поможет мне держать планку актива на канале. Больно, конечно, смотреть, когда один, два или целых три братишки покидают меня, но виною я сам. Ролики на канале должны выходить регулярно, и я с этим согласен. Спасибо тем, кто поддерживает меня. А меня поддерживает, собственно, очень легко. Лайк, коммент и просмотр моего ролика. Мне же больше ничего не нужно. Надеюсь, я не утомил вас своей болтовней, поэтому я поболтаю еще немножко. Также спешу напомнить вам о том, что пожелания в играх приветствуются. Жду все советы в комментах. Я все читаю, все вижу. За последнее время я налегаю на CS:GO, но в дальнейшем я буду снимать другие игры, так как я фанат многих игр. Но CS, конечно, в приоритете. Свой канал я начал с нее не просто так. Ну, ребят, на этом у меня, собственно, все. Мы уже встретимся в новом видеоролике. Берегите себя и удачки вам. Пока-пока. Шорт один. Ебать! Какой-то залетает.